Сегодня у нас доброе утро, дорогие мои. Сегодня у нас доброе утро начинает с орехами, потому что заказа много, а чучхела нету. Какой огромный у нас орехи. Я вот делаю вот такой пополам и делаю 40 сантиметров. Только есть два вида у нас, толстый и тонкий. Я же один раз объяснила, есть толстые клиенты, хотя толстый. Я лично люблю не толстое, чтобы тесто было. Вот так делаю, дорогие мои, пополам, смотрите. Буду сейчас нанизывать, вот посмотрите, вот таким образом, смотрите, вот так. Света, покажи, сколько я уже делала и как я это все делаю, чтобы людям было интересно и как понятно, как все это делать. Ничего просто так не бывает. Надо трудиться, дорогие мои. Ладно, я хочу вам одну вещь сказать. Вчера позвонили мои покупатели. У нас же, мы же продаем то, что я делаю. Все продаем натуральные продукты. Вчера была жалоба. Покупатели сказали, мы деньги отправляли, а товара нету. А мы ищем, нету такого заявка, нету. Оказывается, мошенники у нас сейчас очень много мошенники. Будьте аккуратны. Я уже смирилась с этими мыслями, что воруют мои все видео. Но Бог с ним. Бог видит все, каждому по-своему дает. А когда уже вчера узнала, что продают под мое имя, как наша продукция, деньги люди отправляют, а товара нету, это уже мне было очень больно. Поэтому я решила сегодня вам сказать, будьте осторожны. По такой товар, как я продаю, у меня не должен быть дешевле. У меня натуральный продукт, все люди знают, и все мои покупатели, все довольны. Я вас очень прошу, будьте бдительны, отправляйте деньги только, если вы со мной, только Арус Галастян, никакого чужой. Убедительны, проверяйте, потом деньги отправляйте. Просто так мошенники сейчас в каждом шагу уже, вы прекрасно знаете. Я понимаю, жизнь трудна, трудно зарабатывать, но Бог же видит, каждому по-своему дает. Это не просто так.